Здравствуйте, вас приветствует компания «Электромотор», ваш надежный друг и помощник в мире техники. Давайте же ознакомимся с прекрасным мотоблоком от словенского производителя, фирма «Садко», о котором нам детальнее расскажет представитель фирмы. Итак, какие такие преимущества данной модели, чем он так хорош? Я знаю, что как минимум, потому что возможно направлять его и практически как руль крутить, да? Возможно, да. На самом деле это является одним из преимуществ данной модели. Вообще вот мотоблок Садко M900 Pro отличается своей функциональностью. То есть это достаточно многофункциональный агрегат, который сочетает в себе возможности как и культиватора для того, чтобы обрабатывать почву с помощью фрез, также можно его использовать как тяговое устройство для того, чтобы прицепить сзади прицеп и как в виде мини такого трактора передвигаться до места обработки. Можно использовать в виде посевных, то есть у него есть сзади здесь такая сцепка, на которой можно прицепить разное навесное оборудование, начиная от картофелесажалки, картофелекопателя, плуг, окучник и все необходимые навесное оборудование, которое потребуется для обработки почвы. Значит, есть у него такая возможность прицепить это как сзади, так и спереди. Есть возможность регулировки руля. Для чего это надо? То есть мы отпускаем здесь винт и переставляем руль в сторону. Для чего это надо? Вот зафиксировали. Для того, чтобы навесное оборудование, оно может быть громоздким и большим, и может находиться вот здесь, вот в этой зоне, поэтому сзади идти будет неудобно, а вот таким образом сбоку можно будет работать. В данной модели мотоблока стоит редукторная коробка передач, по принципу обыкновенного автомобиля работает. Имеется две передачи вперед, одна передача назад и нейтральный ход, холостой ход. Особенностью данной модели, такой выделяющейся, является наличие воздушного фильтра с масляной ванной. Это означает, что в эту ванночку мы наливаем обыкновенное моторное масло, и весь воздух, который попадает в двигатель, проходит масляную очистку, масляной ванне. Это, конечно же, очень сберегает двигатель, увеличивает моторесурс и вообще надежность агрегата, так как этот агрегат работает в агрессивной среде, с повышенным содержанием пыли и всего остального. При работе пыль, она поднимается столбом до пояса, поэтому это очень важный вот момент. И еще одной особенностью является наличие вала отбора мощности. Вот здесь сзади можно увидеть, находится колпак вала отбора мощности. По сути, там штифт, который выходит, и к нему можно прицеплять разное навесное оборудование, такое как генератор для выработки тока, такое как мотопомпа для перекачки воды, и многие другие агрегаты. В принципе, это вот. То есть оборудование многофункциональное, да? Многофункциональное, да. Мотоблок это как раз и означает, это многофункциональный аппарат, многофункциональный агрегат, который может работать с разными задачами. Спасибо большое. Если вас заинтересовал этот аппарат, эта прекрасная модель, тогда звоните по номеру 5-3-0-3-8, и наши девушки-менеджеры ответят на все ваши вопросы, предложат максимально выгодные цены. Да и вообще, честно, я как девушка, в автомобилях не очень разбираюсь, но мне очень понравился цвет, милый.